Эй, привет! Меня зовут Александр Цыганков, и я работаю корреспондентом на федеральном телеканале НТВ. Напомним, наш Александр Цыганков решил прочувствовать на себе. Полчаса работы мультитулом и... А когда-то я начинал на телевидении родного Мета. Студия Александр Цыганков. Второкурсника МП поймали в туалете за курение и в наказание расщепили на атомы. Особые симпатии зала вызвал Александр Цыганков, известный многим под оперативным псевдонимом Севрик. Поверьте, телевидение — это очень интересно. И если вы хотите знать, с чего стоит начинать, приходите 15 марта в аудиторию 11.05. А во сколько напишут сейчас на экране? А у меня электричка подошла.